Всем привет! С вами Агаси из Солнечной Алании, район Тосмур. Я вернулся и сразу же взялся за работу. Так, нашел очень хороший 2 плюс 1 с огромным балконом. Смотрите, насколько она большая. Она 2 плюс 1, но как 3 плюс 1. Хорошая локация. До речки Дима отсюда где-то 700 метров. До моря 250 метров. За этим зданием у нас море. Там отель какой-то. Asia Beach, что ли, или там другой какой-нибудь. Да. Здесь сеть магазинов Migros, Шок. Тихо, спокойно. Тут поликлиника Тосмура. Бассейн, открытая территория. Айдат здесь 450 лир. Короче, огромный балкон, минимальный квадрат, здесь 100 чистые. Может быть и 110, и 115 вся жилая площадь. Потому что балкон сам где-то у нас 30 квадратных метров. Огромный. Если застеклите, будет еще дополнительная комната. Гостиная. Бытовая техника у нас. Кондиционер инверторная фирма Бека. Холодильник фирма Бека. Вот такая люстра интересная. Бумажная. Ротанга. Это ротанга? Или не искусственная ротанга, что ли? Увидели? Все. Лишние слова не люблю употреблять. О, потолочек. Высота потолка 260 метров, кажется, да. Так. Магнитола тоже есть. Ролик не закрываем. Я пройдусь к пляжу и покажу также вам пляж. Хорошая прихожая. Так, здесь первый санузел. Так, спальня. Минимальная квадратура здесь 16, 15 или 17. Смотрите, какая хорошая. Два санузла, два балкона. Второй санузел. Вот такой балкончик. Сторона здесь восточная, южная, юго-восточная. Сторона тоже хорошая. Угу, там освещение. Тоже инвертор, кондиционер. Вторая спальня, тоже большая, как минимум, тоже 15 квадратных метров. И также выход на тот же балкон. Все, я иду к морю. Смотрим, не закрываем ролик. Подписываемся на наш канал, если все еще не подписались. Комментируем и ставим лайки. Это мне очень важно. На этаже у нас две квартиры. Средний этаж. Вот такой лифт. Вместим 4 человека. Спускаемся на нулевой этаж. Тут у нас лесенки. Айдат 450 лир. Есть генератор, открытая парковка. И вот такая вот территория. И как здесь выходить? Угу. Так. И цены я сейчас изучаю. На рынке как-то цены, опять же, в открытых районах опять поднялись. А в закрытых районах остались как были.
где-то на 2-5 тысяч евро туда-сюда меняется от того, что оно срочно продажа или нет. В Махмутаре есть вроде цены. 1 плюс 1 можно найти старую постройку где-то от 7-8 тысяч евро и выше. Но это срочная продажа, она быстро уходит. Этому проекту где-то у нас 15-16 лет. Аптека рядом. Здесь вот Asia Beach, а это другой отель. Отель не в близости, также шумгам такого не будет. Я еще в офис не ходил. Сейчас отсниму, пойду. Столько работ. 2 недели. За рубежом как-то отдыхать хочется. Не получилось отдыхать, отдохнуть. Кого интересует, какие-нибудь варианты другие, если вам не понравилась эта квартира или понравилась другая. Кстати, цена этой квартиры 198 тысяч 500 евро. Вот так вот. Раньше я продавал такие квартиры за 130, за 140, за 150. Теперь видите, как все поднялось. Спрос большой. Весь мир наблюдает за Аланией. Как цены, если где-то падают, сразу закупают. За это не знаю, что будет. Так что я в прямом эфире много высказал насчет 2023 года, свои мысли, что я, как я мыслю, решать с каждым самостоятельно. Никому ничего не могу посоветовать. Уже 7 минут. Сколько минут я хожу? 5 минут ходьбы. Ролик был 3 минуты с чем-то, квартиру снял, 4 минуты вот у моря. Крепость Алании, ясная погода, солнышко светит, паузу. Беговая дорожка, велодорожка вот эта, прямо до Алании. Салам алейкум. İyiyim, sen nasılsın? Benim yer burası. Hayırlı olsun. Sağ olasın. Bakayım. Вот, знакомый тоже открыл себе вот такое место, портакал свою. Ha. Merhaba. Nasılsın kardeşim? İyiyim, iyiyim. Koşturuyoruz. Свежий выжатый сок. Şey ikram edeyim gel. Sağ ol. Fiyatlar nedir? Bardak fiyatlar. 30 lira büyük bardak. Большой стакан 30 lira. Bardağım da büyük. Bunlar da 30 lira. Karışık da 30 lira. Все. Граната 30 лир, а песен 30 лир. Все, приходите, пейте свежий выжатый сок. Один вход к пляжу здесь, также там, несколько пирсов. Asia Beach пляж очень хороший, также есть пирс. Здесь тоже вырублено плавный вход, здесь вырублено плавный вход. Если желаете самый нормальный место вот в Тосморе, это дальше того пирса. 500 метров, там вообще плит нету. Но так, если посмотреть, песок, гравий и так. Вот видите, плавный вход. Вот. Это один пляж, место, где можно выйти. Там второе. И дальше, там третье. Вот там вообще суперски. Глянем, как хоть там пляж на песок похож. Вот купаются. Купаньки! Заходи! Давай. Давай, аллилуйя! Заходи. Песчаный пляж. Кайфуем. Сегодня. Сен де ми гирьон?
и радуга. Вот такой хороший пляж. Я тоже хотел искупаться. Хорошо, дорогие зрители. Цену еще раз огрошу. Цена этой квартиры 198 500 евро. С вами была Гостиница Солнечная Лань, район Тосмор. Район открыт под ВНЖ. Квартира с ВНЖ. Всем пока-пока.